Всем привет! Я в магазине Fix Price, город Орск, улица Беляева. Давайте посмотрим ассортимент и новинки. Смотрите, какие кошельки. 199 рублей. Больше похоже на косметичку. Тройное отделение. Сейчас откроем и посмотрим. Ага, ну да, кошелек. Здесь под карты место есть. Есть под мелочь. Под купюры. Еще что-то можно сложить. Есть несколько расцветок. Есть такие темненькие, есть яркие, синие, голубые. В общем, разные расцветки. 199 рублей. Это размер и состав. Материал верха 100% полиэстер. Подкладка 50 хлопок, 50 полиэстер. О, кошельки какие. Внутри также есть место под карты, под мелочь. Это размер 2,5 на 20 и 10,5 высоту. Разные расцветки. Бордовые, зеленые и бежевые. И 249 рублей стоит. Вот какие. Вообще на кожаные похожи. Также все под карты, под мелочь. Здесь два кармашка, наверное. Нет, это обманки. Синий цвет и черный. Мне кажется, коричневый самый такой выигрышный цвет на этих кошельках. 249 рублей. Сейчас скажу размер. 11 в высоту, 2 в глубину, 21 в длину. 249 рублей. Это что такое? Шпатель для прикатки обоев. 200 миллиметров или 280 миллиметров. Изготовлен в Санкт-Петербурге. Надо же. Обычно тряпочками привыкли. А это шпатель такой. А ручка такая удобная. И стоит 59 рублей. Ну какая. Метр рулетка. 10 метров. Разные расцветки. Ценника нет на 10 метров. Есть только на 5 метров. Вот есть еще маленькие 5 метров. Они стоят 79 рублей. А также, смотрите, есть набор напильников разного размера. 4 штуки. 99 рублей. А это что такое интересное? Ключ универсальный, 249 рублей. Я так понимаю, это газовый ключ, да? Надо же, 249. А еще есть в продаже универсальное масло для смазывания машинок швейных, дрелей, замков. 100 миллилитров, 62 рубля. Какие опрыскиватели появились. За 199 рублей 1 литр. Маленький, хорошенький. Вот прям как раз. Не 3 литра, а 1. Материал пластик, металл, цвет натуральный. И органайзер для хранения 36 на 17 и 10 сантиметров. Изготовлен из полипропилена. Смотрите, имеются колесики. Удобно задвигать, выдвигать. И у нас только белый цвет. А вот сколько стоит? Ценника нет. Не знаю, сколько стоит. О, это что такое? Металлическая. Сушилка для посуды. На ножках. 199 рублей. И состав нержавеющая сталь. А это металлическая корзина. И состав углеродистая сталь. За 199. Это, смотрите, тоже металлическая. Вся такая узорчатая. На ножках. Корзина для фруктов. И изготовлена тоже из углеродистой стали. Ничего так симпатично. Корзина подвесная.
29 на 14 и 3 сантиметра. Вытащить не могу. Вот так она выглядит. За 199. Сколько товаров из металла, да? Какие интересные губки. Губки для мытья посуды. Сизаль. Абразивный материал. Две штуки в упаковке. 7 на 10 сантиметров. Состав. Пена полиуретан. Крупнопористый. Абразивный материал. Клей. За 49,50. Это, по-моему, тоже новинка. Пена-эффект. Губка для посуды. Пена-эффект. Усиленный абразив и эффективно очищает. Здесь уже 4 штуки в упаковке за 59. А это губки хозяйственно-бытовые. Черная и белая. Очень прочный поролон. Губка для деликатных поверхностей. И губка для сильных загрязнений. 2 штуки. 2 XL размер за 55. Губок, конечно, здесь много разных. Какие миски, мне так они нравятся, вот эти миски. Они такие, как сказать, гладенькие, такие приятные на ощупь. 3 размера. 0,7, 0,4 и 0,2. Это вот самая маленькая. Разные расцветки. Смотрите, там есть еще и зелененькие. И вот получается большая, поменьше и еще поменьше. 0,7 39,50, 0,4 33 и 0,2 18,30. И цена прям отличная. А крышка прозрачная. Эти тоже интересные. Салатник 700 мл, 79 рублей. И изготовленный из стекла. Смотрите, как он играет. Из стекла здесь очень много в этом магазине. Вот такие ракушки. 156 миллилитров, а вот ценника нет. Не знаю, почем здесь вот есть разные, видите, разные. И большое блюдо есть, и тарелки, и салатники. И вот цены. Соусница 90 миллилитров, 24,70. Кто не видел вот эти солонки для перца, для соли, маленькие. И тоже нет ценника. О, какой чайник красивый. Прям красавец. Чайник заварочный, 1 литр, 349 рублей. Цена тоже красивая. Но если качественный, то цена как бы и небольшая. Какой красивый чайник. До этого у нас были вот такие вязаные, а этот прям, смотрите, какой красавчик. Изготовлен из керамики. Здесь такой отдельный уголок стоит. Видимо, все новинки. Салатник такой, ладья 299 рублей. Тарелочки синие и красные. Есть такие тоже синие и красные. Вот эти красивые пиалы. Нежная расцветка, банки тоже пришли недавно. Такие вот наборчики можно собрать. Желтые, под гжель, сковороды. А в магазине появился березовый сок, натуральная поддержка иммунитета. 1 литр. Состав. Сок березовый, сахар, лимонная кислота, регулятор кислотности. 79 рублей. Если честно, прям сразу захотелось. Такая упаковка красивая, привлекательная. Безалкогольный глинтвейн. Такой даже не пробовала, не знаю. Где он? Вот он. 69 рублей. 1 литр. 1 литр стекло. Так, это получается сок граната и апельсина. А это прямого отжима гранатовый. Для гранатового за 1 литр что-то больно дешево. 69 и глинтвейн, и сок азербайджанский гранатовый тоже 69. Добрый кола
59 рублей. Вот что я люблю, так я люблю вот эту кока-колу. Не именно вот эту, а вообще кока-колу люблю. Добрый кола 59,05 литра. А есть еще кола черноголовка 39,50. О, даже кока-кола есть 79 рублей 0,5. Я знаю, что она не полезная, но очень люблю. О, еще одна, смотрите, кола банан 39,50. А также квас Обломов, живое брожение 29,50. Есть очаковский 39,50, 0,5 литра. Йогурт Фрутис 59 рублей. Клубника, земляника, малина и черника. И внутри еще есть ложка. Пожалуйста, покупай, можешь сразу кушать. Может быть, кто-то искал коврики для приготовления роллов 35 на 20 сантиметров. Разная расцветка. 124 рубля. И изготовлены из силикона. Кому понравилось, подписывайтесь, ставьте лайки. Всем пока-пока.